расписался, можете мне. Ну так я в очереди, я не полезу там. Ну вы впереди были. А то я тут влез не очереди. Можно вопрос, пока вы ждете? Вот эти 60 миллиардов, которые Украине дали американцы, вообще насколько меняют подходы Беларуси к... Ну, я же вас предупреждал, что 60 этих миллиардов им дадут. Там поигрались туда-сюда, в демократию, ах, Конгресс. Это единое мнение всех в Америке. Они потихоньку эту нагрузку кладут на Евросоюз и НАТО здесь, чтобы Россию сдерживать и утопить, чтобы разобраться с Китаем отдельно. Вот в чем смысл. Поэтому они будут давать немножко денег, пока украинцы все более-менее здоровые не разбегутся или не погибнут там. Это нисколько и совсем не изменит ситуацию на фронте. Абсолютно не изменит. Дело не в деньгах. Эти деньги надо еще освоить. Осваивать их будут в Америке. Как они освоят, непонятно. Но я знаю, как сегодня осваиваются деньги в России. Сегодня Россия имеет мощнейший раскрученный потенциал. Я уже западнику предупреждал по своим контактам, что вы допрыгаетесь до того, что Россия, раскрутив свой потенциал, этот экономический, военный, произведет столько оружия, что его некуда будет девать. Куда оно уйдет? Оно уйдет в страны, которым надо себя защищать. Разойдется по всему миру. Это российское оружие. Вы этого хотите, вы это получите. Но они же этого не хотят. Они хотят одного. В разговорах со мной высокопоставленные люди, россияне об этом знают, руководство им говорит, что Путин не победил. Это везде они говорят. Я им говорю, хорошо, если это вы хотите, садитесь за стол переговоров, заключайте мирный договор. Если это вы не сделаете, Путин точно победит. Вот и все. А 60 миллиардов, понятно, мы с Путиным говорили об этом. Мы знали, что эти дадут 60 миллиардов. Ну а что они решают при такой дороговизне на боеприпасы и прочее? Я ничего не решаю. И когда они еще их получат? Ядерное оружие, насколько вот механизм прописан в новой военной доктрине, его применение? Механизм не прописан, это наше дело с Путиным. Более того, что не только тактическое, но и обычное оружие мы советуемся, как, когда и где применять. Поэтому там, где надо, оно прописано. Как-то я обмолвился, что я утвердил указ, где прописана формула применения ракетного ядерного тактического оружия. И у нас же бомбы, которые подвешиваются под самолет. Все это прописано, понятно, как действовать и что делать. Но я об этом сейчас меньше говорю, потому что это, наверное, не очень хорошо, когда мы говорим о ядерном оружии. Это страшное оружие, которое, не дай бог, придется применить. Александр Григорьевич, Константин Придыбайло, Арти. Привет. Ты живой, здоровый. Все отлично. Симпатичный, как всегда. Я хотел бы спросить и от себя лично, и вот от многих людей, которые сейчас пишут, спрашивают. Мы так вот в России, и лично я понимаю, что ВНС это такой даже надпрезидентский орган. Нет, это не надпрезидентский орган. Это орган, который где-то там вверху в стороне, но не вмешивается в процессы, которые решает президент, парламент, правительство. Это их дело. Да, часть полномочий, я их уже сегодня перечислял, переданы всебелорусскому народу. Ну, например, вопросы войны и мира. Они как решались? Единолично президентом. Да, консультации и прочее, но президент подписывал военный указ, доктрину какую-то и так далее. И этим руководствовалось. Могли бы и дальше так. Но вопрос серьезный, их должны решать непосредственно представители народа. Поэтому это не подмена президента. Но волнуется на то, что 25-й год впереди. Что важно, вот это новый орган, что такое неразбериха во власти мы с тобой пережили, хоть ты и моложе. Не дай бог, вот этот орган новый, хороший, демократичный, его надо вмонтировать, Радьков блестяще сегодня сказал, его надо в наш политический быт монтировать. Вот что очень важно и опасно.
Не дай бог вот эти противоречия и столкновения. Тогда беда будет в обществе. Так вот люди то спрашивают, 25-й год, президентские выборы, совмещать придется? Почему совмещать? Ну, вы же сказали 2 месяца назад, пойду. Нет, я сказал, что если они решат, что я должен идти, я пойду. И сегодня, конечно. Если они скажут, слушай, президент, хватит, вот, человек, мужчина, женщина, думаю, это мужчина, потому что здесь же главнокомандующий вооруженными силами, поэтому, если Миронович Киванова, то ничего, она и в штанах выйдет, и рубанет, но не все ж такие, поэтому, наверное, это все-таки мужская должность, тяжелая, будет мужик. И если люди решат, что будет другой, не банально, это я искренне говорю, я соглашусь, слушай, а что мне уже надо? Я столько работаю президентом, поэтому если меня не изберут, я буду довольствоваться тем, что я был первым президентом и 30 лет вроде работал как-то. Поэтому нет, я здесь не виляю хвостом, что вот. Ну и последнее, если коротко, отвлекаю. Я тебе в феврале месяце скажу об этом. На союзное государство как-то повлияет стратегия, которую выбирают в НС? Строим союзное государство. Это хороший будет пример для тех, кто будет работать в союзном государстве. Знаешь, мы никуда не денемся, чтобы политически доказать нашим врагам и недругам, что у нас истинная демократия. И я уверен, что из этого Всебелорусского народного собрания, конституционного органа, будет сила. Ты увидишь, ты молодой, ты увидишь это, да и я еще увижу. Спасибо большое. Пожалуйста, распишитесь. Куда? Вот сюда, пожалуйста. Угу. Александр Юрьевич, справа кабинка. Кабинка, да. Кабинка, да. Стараюсь. Вы оцениваете. Голосую. В каждой клетке поставил птичку. То есть везде за. Спасибо большое. Спасибо. Ты же уже депутатом. Да. И вы мне сказали главную фразу, которую я говорю сейчас своим детям. Я не попала в первую пятерку сдавать экзамен, пришла сопли, эту парочку, а вы с отцом сидели. Вы мне сказали, Ира, послушай, никогда не иди с толпой. Иди сама. Плохо, хорошо, но иди сама, не иди с толпой. Спасибо вам большое. Правильно, иногда важно одному ходить. Точно. Нет, ты в хоккей не играешь. Александр Григорьевич, помните, мы говорили, лет до 75 точно. Будем играть, а куда деваться? Попробуй тут. Привет.